Зачем ему были нужны крысы? Сучьи твари! Лопаты бы их порубил или потравил бы, что ли? Ты видел, что он с ними делал? Делаешь? Геральт, ну ты меня и напугал. Ну нет, колдун говорит, принеси мне крыс, только чтоб здоровые, а не у кота из глотки выдавленные. Это светильник из эльфской шахты? Что там насчет крыс? Ах, ничего серьезного, потом объясню. Сначала скажи, что тебя привело. У тебя есть какие-нибудь вести о чародейках из ложи? Нет. В такие времена опасно знать друг о друге слишком много. И ты даже не пыталась с ними связаться? Несколько раз мне хотелось, но я даже не знаю, кто ответит и кто будет слушать. Я просто обязан тебя спросить, что ты тут делаешь? Дай-ка подумать. Может быть, дышу свежим воздухом? Или восхищаюсь видами? А может, я укрепляю вечный союз города и деревни? Нет. Я тут скрываюсь, Геральт. Ты слепо? Ты о гонениях ночь? Да. Ты что, не... Как тебе... Они уважают.
Ведь давно? Достаточно. Выбралась-то? Я не вы... Император держит... Родовитые... Ну, к делу. Зачем тебе этот светильник? Ты же видел, чтобы общаться с потерянными душами. Не знал, что тебя интересует магия такого рода. В этом нет ничего дурного. Ну да. А с чего вдруг эльф пообещал тебе светильник? Это был обмен. Ему требовалась сильная магия, и он почувствовал, что я не простая заклинательница бородавок. Я приготовила ему микстуру, замедляющую деградацию нервных тканей. Это лекарство может, например, остановить потерю памяти. И кому он собрался его давать? Он не сказал. Наверное, от прежней колдуни тебе досталось порядочно рухляди. Это еще мягко сказано. Хочешь взглянуть? Да, с удовольствием. Ты говорила, у тебя есть какая-то просьба? Да, есть. Ты же слышал о проклятом острове на озере Моречка? Мужики постоянно о нем рассказывают. Говорят, мол, там призраки обитают. И будто живым оттуда никто не возвращался. И что за проклятие на этом острове? Этого-то я и не знаю. Я должна его снять, а не смогла даже источник найти. Что-то же ты знаешь? Ну... Проклятие как-то связано с башней. Там после нападения Нильфгаарда укрылся Всерат, властитель этих земель. В деревне, говорят, крестьяне с голоду поплыли на Коломницу просить еды. И их там перебили. Ты поможешь мне снять это проклятие? Я знаю, ты в таких вещах мастер. Очень тебя прошу. Почему для тебя это так важно? Не для меня, а для местных мужиков. Расколдуйте остров, барыня, вы же такая могучая колдунья. Пристали, покоя не дают. И что? Мне казалось, ты не особенно считаешься с местными. Ты же такая могучая колдунья. Если я не сниму проклятие, они могут решить, что не такая уж и могучая, чтобы рисковать и прятать меня от охотников за колдуньями. Не думала, что тебя настолько заботит чужое мнение и собственная репутация. Слушай, я не для того забралась в этот медвежий угол, чтобы так нелепо попасться какому-нибудь хаму,
с траурной каймой под ногтями. Так значит, крестьяне приплыли на остров за едой, а властитель приказал их перебить. В деревне говорят, он их отравил. Какой симпатичный правитель. Я с ним не встречалась, но чародей с острова рассказывал о нем. И по рассказам сират не показался мне таким уж жестоким. На острове жил чародей? Ты его знала? Что с ним стало? Мы были друзьями. Он погиб вместе с остальными. Там почти никто не уцелел. А те, кому удалось бежать с острова, позже умерли в мучениях. Но не думаю, что это был яд. Я тебе помогу. Я знала, что это дело тебя заинтересует. Тебе, разумеется, придется сплавать на Коломницу. Я счастлив. И что мне там делать? Сперва установи контакт с духами, которые блуждают по острову. Возможно, они подскажут, как найти источник проклятия. Думаешь, они окажутся настолько общительными? Да, если ты возьмешь мой магический светильник. Потом можешь оставить его себе, в награду. Ты сам увидишь, вещица эта весьма полезная. Может, ты просто сплаваешь со мной? Я уже пыталась пробраться на Коломницу. Но магия проклятия слишком сильна, у меня чуть голова не раскололась. И поэтому ты посылаешь туда меня? У тебя просто задрожит медальон, а у меня кровь хлынула носом. В Аритузе меня учили распознавать тончайшие колебания магии. А это было как удар кистенем. Ладно, не оправдывайся. Можешь взять мою лодку? Я оставила ее на берегу, рядом с деревней. Думаю, она до сих пор там. Если только не сгнила, как и все в этих краях. Как действует светильник? Берешь и светишь, или нужна какая-то магия? Просто поставь его в месте, где лежат кости, и услышишь шепот. Только это не всегда приятно. Могу представить. Я потом тебе все расскажу, исключая шокирующие подробности. Тебе не придется ничего рассказывать. Я дам тебе ксеновокс. Он позволит нам общаться на расстоянии. Ты будешь описывать, что видишь, а я смогу подсказать, что делать и на что обращать внимание. Никогда не слышал о ксеновоксах. Это примерно то же, что и мегаскоп, но гораздо удобнее. Просто говорящая магическая коробочка. Его сложно сделать? Очень. Поэтому они настолько редкие. Я бы точно не сумела соорудить ничего подобного. То есть ты не думаешь, что в ближайшем будущем каждый чародей заведет себе по ксеновоксу? Очень в этом сомневаюсь. Откуда у тебя ксеновокс? Я нашла его в шахте вместе со светильником. Сначала я подумала, что это часть светильника, и только потом поняла, что попало мне в руки. То есть он принадлежал эльфскому чародею? Да. Я и не знала, что эльфы пользуются такими вещами. Скажешь еще что-нибудь полезное? Пожалуй, нет. Ну, иди уже. Мне страшно интересно, что ты узнаешь на Коломнице. Так что потом обязательно ко мне загляни. И, Геральт. Спасибо.
Ты слышишь меня? Как у тебя дела? Я почти на месте. Прекрасно. Тогда я вызову тебя попозже. Погоди, этот ксенолокс, я-то смогу тебя вызвать? Он работает в одну сторону. Доверься моей женской интуиции. Чему? Женской интуиции. Чудесно. Слышу. Ну вот уже снова. Долго продержалась эта мать. Что? Я тебя не слышу. Будь очень осторожна. Shh.
Ох, и гнусный же ты!
Попробуем светильник Кейры. Спохватились? Не впустят Грахма. Тихо, дурень. Будешь так громко клювом щелкать, так и сам барин услышит. Где его? Он сидит себе на пуховых перинах, мясом обжирается. Ему, небось, невдомек, что сейчас из него ремни начнут резать. Дорога свободна, мужики! Дави их! Бросили нас! Гля, все смылись! Бросили нас! Гля, все смылись! Значит, доберемся вплавь. Давай. Добро тут, что ли, оставить? Ты плыви. А если найдешь лодку, возвращайся за мной. Ха, да почему же не найду? Оглянуться не успеешь, а я уже вернусь. Свежие останки. Эти люди пришли сюда уже после смерти помещика. Oh!
Ах, ах, ах.